Церковь Преображения Господня, православный храм, памятник архитектуры федерального значения, расположенный на территории музея-заповедника Кижи, входит в состав храмового комплекса Кижского погоста «Общие сведения». Построена в 1714 году на месте одноименной шатровой церкви, сгоревшей в 1694 году. Высота от основания до креста центральной главы – 37 метров. Размер в плане – 20,6 умножить на 29 метров. Относится к типу деревянных восьмериковых ярусных церквей. Основой композиции сооружений является восьмигранный сруб восьмерик с четырьмя двухступенчатыми прерубами, расположенными по сторонам света. Алтарный восточный прируб имеет в плане форму пятиугольника. С запада к основному срубу примыкает невысокий сруб трапезный. На нижний восьмерик последовательно поставлены еще два восьмигранных сруба меньших размеров. Церковь увенчана 22 главами, размещенными ярусами на кровлях прерубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму кровли, так называемую бочку. Форма и размеры глав меняются по ярусам, что придает своеобразный ритмический рисунок облику церкви. Трапезная перекрыта трехскатной крышей. Вход в церковь выполнен в форме двухсходного крытого крыльца на консолях. Верхняя и нижняя площадки крыльца перекрыты двускатными крышами на резных столбах. Верхние восьмерики опираются на перекрещивающиеся балки ниже лежащих восьмериков, переходные четверики и раскреплены бревенчатыми подкосами. Основа интерьера церкви – четырехъярусный иконостас, включающим 102 иконы. В 1990 году храм включен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Среди исследователей деревянного зодчества существует мнение, что прообразами Кижской Преображенской церкви является церковь Покрова Пресвятой Богородицы, располагавшаяся в Вятигорском уезде, и храм Покрова Божьей Матери, расположенный в Архангельске области. История реставрации Преображенской церкви. Наиболее значительные реставрационные работы были выполнены в 1949-1959 годах под руководством архитектора Половникова. В 1980-1983 годах были выполнены противоаварийные работы с установкой внутреннего металлического каркаса с целью предотвращения возможного обрушения здания церкви. В 1999-2001 в первом годах был разработан проект комплексной реставрации церкви Санкт-Петербургским институтом, спецпроект «Реставрация». Преображенская церковь в настоящее время реставрируется, вся конструкция держится за счет внутреннего металлического каркаса. Реставрация проводится методом лифтинга, при котором часть храма вывешивается за счет вышеупомянутой металлической конструкции. Находящиеся ниже вывешенной части церкви бревна изымаются, обследуются и, если их состояние того требует, заменяются на новые.